That's just the one thing you want me to know about you. Let's start with that, then. Buy me a drink sometime. Who knows what will spill out of my mouth. Tell you what. I need remnant scrap. Remtech, I call it. For projects like the one I mentioned. Which you're gonna love, by the by. Promise to bring me what you scrounge, and I'll submit to all your questions. Remtech, huh? You got it. Да, я не обращаю внимания. Погнали. Так, кто помнит, где эта тетка Тауренко находится? Опять вылетело ее имя. Вот честно, никак не запомню имя. Вот Гаруса сразу запомнил. Он был первым, с кем мы познакомились. А где она находится? Вот здесь вроде. Нет, здесь Кроган. Блин. Кэш, Nexus superintendent, thinks she can boss me around just because she's my granddaughter. Well, welcome to the Tempest. Trouble's what we do. I like the way you think, kid. Someone somewhere shivered when I said that. Probably Tan. Damn politicians. Is that all you brought? You travel lean when supplies are tight and you're on your own. Leaving the Nexus can't have been an easy choice. It was, actually. Staying became impossible. After the mutiny happened, it was either buckle under Tan's rules or start our own colony. Easy choice. Bad consequences all around. Not all Krogan left. Your granddaughter stayed. Good thing she did. Without my Rushan, you wouldn't have had much of a station to tie your ship to. As for me, I'm way more useful out here. Lots to shoot at, for one. Your people come first. Keeping Kesh and our colony safe will always be my top priority. That's why I'm happy to tag along, help make this galaxy a little more hospitable. Can't argue with that. Что я буду вкачивать? Пока не знаю. Кстати, давайте вкачаем навыки. У меня же есть, я что-то забыл про них. Ну, я буду, наверное, вкачивать... Да все, бой, биотику. Кстати, биотику хочу. Тяга. Поднимает беспомощного врага без брони и щита в воздух и делает уязвимым для комбо-подрыва. Бросок. Запускает снаряд с гравитационным полем, отбрасывает цель без брони и щитов и взрывая... Подготовленная комбо. Сочетает с умением тяга, чтобы швырнуть удерживаемую цель. Ой, я это хочу. А еще взрывная волна. О, блин, давайте бросок возьмем. Во, мне это нравится. Так, скорость перезарядки. Давайте еще это возьмем. Так, теперь еще тягу возьмем. Ха, прикольная фишка. Давайте тоже возьмем. Так, посмотрим, что у нас подтвердить. Окей. Окей. Так, насчет омоложения. Толерантность здесь есть, да. Стой, выбери специализацию и качай по ней. Сейчас, погоди. Это ты мне предлагаешь вот это, выбрать профиль? Это открывается как раз, когда я открываю вот эти скиллы. Если ты про это говоришь. Так, давайте посмотрим, что у нас из техники есть. Перезагрузка. Ой, перегрузка, точнее. Обрушивает на цель электростатический заряд, наносит большой урон щитам, а врагам светать. У-у-у. Давайте посмотрим. Бух. Ну так, ничего. Так анимация смешная. Смотрите, как он рукой там делал в другом кадре. Вот сейчас смотрите. Сейчас такой тых-тых-тых, бум. Ладно, давайте это вкачаем. И тоже перезарядку качнем. Воспламенение. Криолуч, что это? Так, замораживает цель при помощи потока суперохлажденных частиц, подготавливает ее для комбо-подрыва. Заморозка обездвиживает врагов без брони, ослабляет броню, если она есть, но не действует против врагов со щитами. Понятно, поглощение энергии, огнемет, торможение, вторжение, боевая техника. Увеличивает урон технического умения с каждым очком навыка, вложенным в группу техничных навыков.
Понятно, это тоже подтверждаем. Так, мы открыли страж и лазутчик. Так, давайте посмотрим, что у нас в бою нового. Баррикада, что это? Так, нет, баррикада мне не нужна. Пока что, по крайней мере, турбозаряд. Так, тоже пока не нужно. Растяжка, что это? Типа мину устанавливает мину, которая срабатывает, понятно. Кассетный заряд. Стреляет кроганскими снарядами, которые при ударе распадаются на шрапнель. Урон на шрапнель уменьшается, если враги покрыты броней. Ясно. Штурмовые винтовки. О, кстати, это мне нужно. Увеличит урон на штурмовой винтовке с каждым очком навыка. Вот это я вкачну и точно скачну. Пистолет. Ну, давайте вкачаем. Тоже это. Качаем вообще все оружие по-быстрому. Нам это все пригодится. Я хочу кое-что еще у биотики глянуть. Так, подтверждаю. Ну, я вот сейчас и как раз раскидываю по некоторым моментам. Что такое новое? Использует энергию для создания вокруг пользователя резкого взрыва с большим уроном. Нет, пока не нужно. Взрывая волна. Ух, как они отлетели. Рэгдолл никто не отменял, понятно. Так, давайте пока оставлю так, чтобы у меня были еще лишние очки. Вот, и теперь мы распорядимся следующим образом. Так, избранное. Так, сюда мы поставим, так, адепту на что? Так, тун-тун-тун. У стражу на что? Нет, это другое. Ах ты, черт побери. Очистить. Короче, я с этим потом разберусь. Не, я все вкачиваю чуть-чуть. Штурмовик, лазутчик, исследователь. Так, кстати, где тут навыки поправить? Ну, чтобы, знаете, они у меня этот... Менялись. Выбранный набор. Вот я хочу поменять его. То есть я хочу вот убрать, например, некоторые моменты. Как это сделать? Это где делать, точнее? Наверное, все-таки это делается вот здесь, да? Нет. Понятно. Так, штурмовик, это на что? Ладно, оставим так, короче, пока запутано. Короче, ладно, я потом чуть разберусь. Так, что я сейчас себе включил? Так, сейчас я штурмовик. Ладно, штурмовик, так штурмовик. Сергей, привет, привет. Так, слышь, какого хрена дверь закрыл перед командующим? Ох ты, капец. Непослушный корабль. Так, это тетка. Короче, Гарус женского пола. Блин, это не обидно. He decided to spend his retirement years on the Hyperion looking after your sister. You know Sarah's the good one. I think you're both trouble. Hold still. Ow. Sorry. I remember you having a gentler touch. Still trying to get my bearings. Thought I'd be waking up colonists, not taking care of the Pathfinder. I couldn't be in better hands. I just stabbed you. We all have off days. I always hoped to work in the field, but everything's happening so quickly. Focus on the positive. It helps. I guess this is my opportunity to study alien species firsthand. Getting a Kett specimen aboard the Hyperion would be difficult, but here... What? A Kett corpse. For autopsy, a live subject would be better, but I'm not greedy. Why do you care about the Kett? Harry didn't tell you. I'm a specialist in alien anatomy.
My thesis on Krogan virility and aggression is what got me in the initiative. I had no idea. I'd love to hear more. Over dinner, maybe? Oh. Thing is, Ryder, you're not my type. What's your type? Not a patient. I need to be able to look at you clinically, without distractions. Am I distracting? Not nearly as much as you think you are. But we were discussing the Ket. An autopsy could teach us potential weaknesses, average lifespan... Right. Just something to think about. Sam, make sure the Pathfinder eats his vegetables. If you're looking for me, I'm in the escape pod room. Pathfinder, help me with something? I know, not exactly standard. Gotta make the space comfortable. Plus, the fabric diffuses the charge from an overclocked Omni Blade. Not giving up a 6% boost, right? Someone brought this to Andromeda? It was new when we left. It's been a hard year. So, finally time for that beer? And after 2 years of dozen suspensions, I took a lateral promotion out of the force. Being a cop just didn't fit. But crisis response? Digging people out of trouble? That worked. I bet Hustle followed you into a few peace actions. Think about your alliance days much? Tell me about your group. Heavy urban search terrain one? Yeah. Earth's contribution to a multi-species disaster response unit. Привет. HUST-1, but привет. Hustle looks much better on a patch. All civilians, retired vets, or shits like me. I was fiercely bearded. Tastes better just thinking about those days. I put it behind me after Dad's work went sour. It was a long time ago. 600 years, give or take. So, Pathfinder, why Andromeda? That blunt, huh? That blunt. Не, ну вот его я кадрить точно не буду. Там меня обидело, что отшило, конечно, но вот этого чувака я кадрить не буду, ну нафиг. Я не такой. Exploring, hunting dangers in the dark. Didn't happen. Couldn't. But here, everything's new. And I want to see it all. Oh, I don't hear idealist a lot. Everyone's cynical. Back at you, Costa. Why'd you come? I want to say I'm running from my past, but really running from myself. That'd be a great story. But it's bullshit. I had family, friends, a good enough job, nothing was wrong. I just heard about the initiative and... I believed in it. I believed in a new beginning. Still do. I have to. We're in it. Присылам то, что ты девочка, я не хочу кадрить парня, фу, меня уже тошнит от того, что везде геев вставляю, честно. Это уже перебор. If it all goes wrong, it could feel like we left for no reason. I know why I'm here. A bad start can't change that. I won't let it. In crisis response, I'd focus on essentials. That's you and this team. Pathfinder leads to planets, leads to people. You've got your part covered. You got this. I'll do my damnedest to help with the rest. Касатик, я уже сказал, как и Павлу, да, я потом после стрима проанализирую, как эти все скиллы настраивать и выберу то, что для меня, и, соответственно, завтра я это переделаю, ну, у нас продолжение стрима завтра, буду записывать дальше, вы все увидите по новой, как бы, я поменяю поудобнее под себя. Ура, нашел ее! Ух!
Fine, but don't embarrass me. Ryder, this is Sid, my sister. Sid, Ryder. Let me guess. Little sister? Who are you calling little? Look, kiddo, gotta go. Wait, Ryder, I just wanted to know if... So I know it feels like I just jumped aboard your ship without explanation. I would have done the same just to get off the Nexus. That's not why I came. Sure, I want to explore the galaxy, but I'm really here to work. I know everyone on the crew, even the actuators Gil prefers for the ship. Better, I know how to get my hands on them. With me around, your crew's going to be at their best. We've been failing for months, Ryder. Now that we have you, we have a chance out here. Ну, я ее тоже подкадрил. У меня друг все хочет, чтобы я ее отжарил. Я не думаю, что буду ее это, с ней крутить романчик, но давайте посмотрим. Негр гей, да, Лем по-любому гей, да, к сожалению. Хейджи, повтори вопрос, пожалуйста. Wow, that's some laser focus. Yeah? Was it too much? Some people get intimidated. We need that sort of drive. I just hope I can keep up. You'll keep up. And I promise I won't tell if you don't. I should track down a lead for Gil's actuators. Back channels, you know. We'll chat later. С Кроганом сцена постельная не получится, к сожалению. Насколько мне известно, они вырезали эту идею. Хотя изначально она была. Привет за такой хорошее прохождение, без перебивания диалогов, тогда лайк и подписка. Спасибо. А я всегда молчу. Диалоги — это важная часть игры. Зачем болтать во время нее? Я после этого отвечаю, как все заметили. Так, теперь Кроган хочет поторчать со мной. Боже, как-то странно. Where's my data pad? Oh, how'd you get under there? Suvi, were you talking to your notebook? Oh, I was, wasn't I? I do that sometimes. Так, ладно, погнали на миссию. Так, мы пифе... Где мы? Стоп, погодите, мы на Эосе. Нам надо назад, в другую вообще систему. Anomaly detected. Где? Где аномалия? Где? Что там? Задание раннее пробуждение? Ой, ну нафиг, потом, короче, будем делать эти задания основные. Давайте сначала уже по сюжету пойдем, а то что-то мы как-то задержались тут. Да, толерантность здесь жесткая. Ну, как обычно, ну это BioWare. Что вы хотите? Они любят эту тематику очень сильно. Всем привет, безумный привет. И всем... Sorry. Make corrections. Sam, are you on this? Collision is imminent. All stop, now! Ooh! Cat ships, a dozen. No, more. They've got us pinned against the Scourge. They are scanning us, Pathfinder. Well, scan them back. Where is the one who activated the remnant? Their DNA signature is there. Answer me. Только после вас. You're the one in my way. Who are you? Ого, какие стволы, прям пиратский корабль. They've lost navigation. We're being steered into their ship. Just tell me what you want. I won't explain what you can't understand. Ryder, I have almost regained control of the ship. I need a few more seconds. I actually know a lot about the remnant. We should compare notes. Enough. Your defiance is naive and reckless. This day marks the beginning of your greatness. Sam? I have plotted a potential course through the Scourge. Do it! Report. Enemy destroyed. Down.
damage to aft sensors. Scourge got it? Yes. Get us out of here. It will be tight. Callow? Yes! Nice work, kid. Yeah. But who the hell was that guy? Ryder, we've got trouble down here. You need to find us a port now. Great. Where'd we end up, anyway? Sensors are damaged, but I think we're at the vault's coordinates. You think? Gil, give it what you can. We're setting down. We're being contacted. We have to land. Open a comm. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. We're visitors from another galaxy. Our intentions are peaceful. Av Nalesetto. They've sent us a nav point. Set us down. Yes. Look at that. It's beautiful. We need in that vault. Please, you're not really going out there on your own. We can't afford a repeat of last time. I'm the Pathfinder. First contact is on me. Most important thing ever. No pressure. If this goes badly, if I get eaten alive, even if it's hilarious, please destroy the vids. Need me to take my shoes off? They have no ghosts. Mason Roa. I'm Paran Shai, governor of Aya. We are the Angara. Hello. I'm a Pathfinder with the Initiative. Yes. You crossed Darkspace. I've heard of your journey. Jol, I have this in hand. Ephra saw this ship come in and sent me to find out what's going on. He's a human from another galaxy. A Pathfinder. Aya is hidden. Protected. What do you want? We come with a spirit of cooperation, and to live in harmony. We've heard that before. I'll inform Ephra. He'll be waiting for you in his office at the Resistance headquarters. I'll meet you there. I will accompany you through our city. Your crew will stay on your ship. Follow me. Follow closely. Do not try to explore the city or interact with anyone. Ephra's guards will use force if necessary. Understood. Is it okay to ask you questions? Сейчас пойдем дальше. Просто вот вы тут такие комменты прикольные написали. С кем я буду мутить? Пока со всеми, да, девушками, но пока не знаю, с кем остановлюсь. Одна меня отшила. Мне понравился комментарий. Я пропустил это в диалоге, потому что читал тогда
Но ваши сообщения, Фалкос написал, я офигел от Mass Effect, когда на корабле механик сказал, мое дело вставлять, твое направлять. Да как так-то? Я сам не знаю. Как сначала трансляцию посмотреть? Бутай, посмотри в видеозаписях на Твиче, либо затем будет выложена вся запись трансляции на моем YouTube-канале. Просто пробей в поиске Scratchet. И, пожалуйста, не называйте меня стримера, лучше просто Scratchet, либо по имени Костя. Ну, лучше Scratchet. Вот. Стесняюсь спросить, а как Нормандия 3 между звездными системами прыгает без ретранслятора? На короткие дистанции и, наверное, с помощью Нексуса. Ретрансляторы на длинной дистанции работали. А на сексе, наверное. Когда закончится, тогда и глянешь. Ну, да. Так, привет, Артем. Всем привет. Знакомая игра. Походу на стероидах. Наверное. На Ютубе можно отматывать, но не все. Там не дольше 4 часов, поэтому либо... Всю запись смотрите в видеозаписи, в видеоматериалах на Твиче, либо потом в обрезанном виде я буду выкладывать, ну, по частям, да, на YouTube-канал. Виктор, с тобой уже здоровался, и игра написана, мы играем Mass Effect. Ну или Scratch сокращенно, да, как бы. If you're the governor, why do I need to see this Ephra? He's leader of the resistance. What's that? They fight the Ket and protect us. Красиво тут, кстати. Мне нравится, как будто где-то на пляже. У нас посетитель. Я, знаете, не смотрел наш этот русский фильм, там, «Прибытие» или как, да, Бондарчука, который я считаю говном. Но в трейлере чувак в костюме был похож на вот эту хрень. You're an outsider who invaded our home. We know nothing about you. I'm not here to cause trouble. Then keep moving. Фимка, я вырубил. Я тебе вроде сказал уже на стриме благодарность, что я увидел твое сообщение. Я озвучил это, что я прочитал, что на орехе крутому Костяну за приятный стрим. Просто об этом пишите, я врубаю уведомления. We've encountered an undiscovered ecosystem. Your city is beautiful. Thank you. You're the first outsider to see it. I'm honored. Ну а сайт, кстати, Donation Alert что-то тормозит. He won't. But you need to earn his trust. He's responsible for everyone's safety. I know what that's like. You're a leader. Trying to be. До завтра, Убиватор. Завтра, кстати, мы будем дальше играть и проходить на стриме Mass Effect, так что приходите обязательно. Не, ну здесь красиво, конечно. Мне нравится. They are bullies, but this situation is now your fault. Don't get kicked out, Moran, not because of them. But you're telling me to be weak. No, I am telling you to be strong through your cunning and heart. Okay. Hey. It really is the best one in the resistance. I know. Our experience with the Ket makes us naturally distrustful of all aliens. We've had our own run-ins with the cat. Then you really do understand. When the Archon came to Helios, he demolished our sovereign state. Took what he wanted, as if we were nothing. Now, the Ket mercilessly abduct Angara. Often, we never see our people again. Come this way. Ephra is waiting. Wait, the Ket kidnap you? Steal your people? And the resistance fights them every day, with everything we can. Is it attrition? What are they after? You should save your questions for Ephra. Kadara be damned. I won't lose Vold. Ephra, this is one of the aliens from the Milky Way. A Pathfinder. Pathfinder. It's an aggressive move coming to Aya. My people from the Milky Way were bold enough to come to Andromeda.
I need to be at least that bold to save them. Hmm. So, Pathfinder, never mind how you even found us. Why are you here? On a hostile planet we call Eos, I explored an ancient structure, a vault, and brought it back online. It stabilized that planet's environment. Remnant. Recent intelligence supports that claim. If I'm right, there's a vault on Aya that's different. I need to look inside. You're right. There's a vault out there, but it was shut years ago and the entrance hidden. We can't help you. The most I could. She's our most revered scientist and elder. She knows this vault. But now the Ket have her, and our rescue attempts failed. She's lost to us, and you. Let me show you what I can do. I won't take one step without your approval. You have no idea what you're dealing with. The Angara learned years ago the perils of messing with vaults. So did the Ket, for that matter. We're done here. Ephra, I feel... Ephra, what this alien says is extraordinary. The Moshai would want us to be brave and not let this chance pass. Joel, you talk too much. Let me assess this, alien. I'll be your eyes. I know you can spare me. Go if you want. But when he tries to kill you, be prepared to strike first. I'm Jarl Amadarav. I'll be your envoy through Angaran space. Thank you for trusting me. I don't. But I can always kill you in your sleep. Good to know. Фимка, ты услышал мою благодарность наконец-то? Shall I relay it to the Nexus? Definitely. Ну, он у меня еще не в отряде, я не знаю его умения. Кстати, да, мне надо бы апнуть еще этих. Сейчас, погодите, я апну. Так, натиск. Кстати, вот я это хочу скилл. Скорость перезарядки. Урон и сила. Ново, что за ново? А, понятно, это тоже. Так, усиленные щиты, десант Азаря. Максимальный заряд щитов. Еще это апнем. И это апнем ей. И это апнем. Нет, пока нельзя. Ну ладно. Подтверждаем. Сейчас я апну всех ребят. Джала. Поглощение энергии. Он у нас инженер получается. Джала устанавливает свои щиты, истощая электромагнитное поле вокруг цели. Так, граната-липучка. Ну, это тоже поставим. И урон. Повстанец. Урон от оружия, урон силы тоже. И стойкость. Мера защиты. Сойдет тоже. Он типа танка. Кстати, в этот раз знаете, кого возьмем, я думаю? Возьмем Джал, естественно, и, думаю, Ветро. Потом в следующий раз возьмем Драка и Пиби. Так, энергетическая броня. Так, это вот так. Оглушающий выстрел ей тоже дадим. Эксперт по броне. Это одно очко. Фимка, да, что-то пропустил в первый раз, видимо. Да, ей, да, я говорил тебе большое спасибо, я читал вслух все. Так, оценки прессы разные об этой игре, да. Мне игрушка нравится, мое личное мнение, я пока доволен, все нормально. Как бы, каждый решает для себя сам. Но я бы мог сказать, что если вам понравился Mass Effect, вы любите космооперу, воспоминания, то обязательно стоит в нее поиграть. Дать шанс новой трилогии. Кроган боец. Вот так, ветеран. Так, это тоже.
Я сейчас просто вкачиваю все навыки всем, как бы, посмотрю, что получится. Блин, опоздал на стрим, придется отматывать назад. Виталий, посмотри, завтра я выложу стрим, запись стрима на YouTube, можешь там посмотреть. Так, инфекция. Пиби взламывает скафандры врагов, сражает их агрессивным VI, который ослабляет систему защиты. О, интересно. Тяга. Дуэлянт. Урон. Вот тоже так, выживание. Ну, ты знаешь, как, наверное, у них где-то встроенные переводчики. Так, это я уже ему апал. Опустошающий удар. Нормально. Военная тренировка. Защиту тоже тебе дадим. Так, все, всех апнул. Посмотрим, что будет дальше. Так, что мы тут можем просканировать? Так, у этого чувака есть... Сохка Эсов. Здорово, мужик, да, потрещим. Trade? Обмен? Trade. Trade. Are you asking or telling? Wondering. Do you exchange goods and services? How does your economy work? We pay for things with a currency called credits. Abstract wealth. The Ket offered gifts. Made odd bargains. Never traded. What are your credits worth? What can we do with them? You pay them to us for whatever we're selling. Now we cut open the heart. What do you offer? Химовари, через Origin играю, естественно. I don't know. What do you want? Your ship? Not for sale. Worth a try. Is there something else I can do for you? Yes. Call me Soka. I run cargo between Aya and other worlds. Good work. Good at it. You're here to help my people. Prove it. I need help. One of my suppliers off-world stopped checking in. Has things I need. There could be trouble. What makes you think I can help? You found Aya, maybe you find my supplier. Can't hurt to ask. Прям в рифму сказал. You find Aya, you can find my supplier. Боже, да это будущее именно. You're one of few people here willing to give me a chance. I'll take it. You have a ship? I have my supplier's nav point. His name is Keldo. Find him, his supplies. Come back and prove you're helpful. Then maybe we trade. Фалка, спасибо за донат, за толерантность. Тоже увидел. Спасибо большое. Очень приятно за поддержку, ребят. Ценю. Кому нравятся мои стримы и прохождения на YouTube, подписывайтесь. Я всем новым рад. I'm here to assist you, Pathfinder. Ты? I am Enro Bosan, assistant to Governor Paran Shai. You're free to explore this area, but the city is off limits. Until that changes, I'll be your liaison. How may I help you, Pathfinder? Давай-ка расскажи мне про Джаала. Sounded like you and Jaal know each other. Our families are related. You sound nothing alike. We have multiple worlds. Our culture is complex. I'd like to know more. Earn our trust and maybe you will. When am I allowed to visit the city again? That's not for me to decide. Who will? Your boss? Or Ephra? Governor Shai has jurisdiction over Aya. She will authorize your entrance if you earn Ephra's trust. You talk to Soka. I'm told our museum curator, Avela, wants to meet you. The Ket swayed us with words. Now we judge outsiders by their actions. What can you tell me about your other worlds? Life on them is hard, the people harder. Every day is a struggle to survive. Why not bring everyone here? We will not abandon any more worlds to the Ket. And Aya cannot support all of us. You don't just stand here waiting to answer my questions, right? I assist the governor in all matters. While you're here, this is my priority. Pretty far outside your normal job, huh? I did not begin this day expecting to speak with a... you. Nice save. Yeah, it's been a long day. Thanks for your time, Enro. Of course. Химовари, это полная версия, не сокращенная, урезанная. Stars above.
It's you. I was hoping to get a chance to speak with you. You left your home to cross dark space. Is it true you can never go back? Yeah. This is home now. To take such a risk and give up your old life. Why did you do it? Ну что, покадрим новенькую, чтобы встретить таких, как ты, детка. For the chance to meet someone like you. Looks like it already paid off. Are all humans as quick with words? You'll have to find out. I suppose I will. My turn for a question. Do I get to know your name? Oh, of course. I'm Avela Kajawa, curator for the Repository of History. We study relics of our past, try to piece together what we lost in the Scourge. And the truth is, there was something I wanted to talk to you about. Pathfinder, how much do you know about our history? I still have a lot to learn. Centuries ago, the Scourge targeted my people. Our ships were the first to go dark. Many of those ships went down over Havaral. The wilds of that planet are filled with history. A scientist on Havaral just contacted me with a new nav point of an intact crash site. A huge opportunity. But with Remnant patrolling the area, we can't get close enough. Not like you can. How do you know about me and the Remnant? I have friends in the Resistance. They heard your conversation with Ephra. I know it's a lot to ask, but you have a ship and the means to get past the Remnant. Without your help, I'm stuck. You're trusting your history with an outsider? I know what people say about you, but I don't agree. I think you're here to help. I am. Now's your chance to prove it. You want to earn Aya's respect, right? Recovering our past will go a long way. I don't think Ephra would be too happy with this arrangement. Ephra doesn't have to know, and if he finds out, he can direct his anger at me. It takes guts to stand up to him. I'd face worse to get a piece of our history back. I've always wanted to give archaeology a try. Oh, I was hoping you'd say that. If you find anything, I'll be here. Thank you, Pathfinder. Да, я запустил раньше с помощью VPN. Вот ответ тебе, Химавари, тоже. VPN через Корею. Это сам, когда... Так, что у нас тут еще есть? Давайте посмотрим на карте. Все вроде? Пока закрыты двери. Ну, давайте выполним задание, чтобы нам дали город потом посмотреть. Я хочу его изучить. Rider, ship's fixed up and ready to fly. Your ship is... We have nothing like it. Wait till you see the inside. It gets better. Oh yeah. You ready to go? I'll introduce you to the rest of my crew. Насчет мультиплеера не знаю. I'm just saying, as far as first contact goes, at least that went better than the last one. Only slightly. Yeah, what happened? I wanted to look around. And now we have another mouth to feed, whatever he eats. Did the translators not work? They work. Вот видите, переводчики, то есть у них есть вот перевод, переводчик встроенный, вот и все. I know we're improvising as we go, but let's remember that there is Pathfinder team protocol. Don't think I got that handbook. Ryder, we followed our best lead here, and now we don't even have that. Jahl has offered to do what he can to help us access the vault on Aya. How do we do that when we're leaving the planet it's on? That's a fair point. Jahl? Seriously? Settle down. Ryder's right. There's an Angara right here. Let's hear from the new guy. One day, about 80 years ago, the Archon and the Ket arrived in Helios, and the horror began. They declared war? Nothing so easy to define,
or fight? The Kett kidnap Angara. Their people disappear without a trace. What if they were us? Sure, I'll fight Kett all day long, but that's no plan. I agree. We need to get into that Vault Rider. Surprisingly, I'm with PB. Our own mission has to take priority. We have a plan. Kind of. Pretty solid. Jarl? The Resistance is stretched thin. I was tasked with traveling to two of our worlds at our briefing this morning. And you'll accompany me. Because? Because then, Ephra will see you as trustworthy. You want that. Jarl's told me about these two worlds, Havarl and Vold. Before the Scourge disaster, Vold was a thriving planet of billions. A shining center of technology and life. And now? It's the center of our ground war against the Kett. Our resistance base is fighting Kett Command for control of the planet. What about the other? Havarl is the birthplace of the Angara. It's started to degrade, to become wild and dangerous. We suspect Remnant. Now we're talking. We've recently lost contact with our scientists. Still don't get how any of this helps us. I do. Help us, or rather help me, and I'll vouch for you, right? Because Jarl wants inside Aya's vault, too. Pathfinder, it's your call. Okay. Yes. I appreciate the vote of confidence. Maybe more like optimism. Confidence? You'll get there. Jarl, give Kalo the nav points for both planets. Let's do this. Алексей, насчет предзагрузки и дополнительно ничего не знаю, у меня не было. Насчет Overwatch, Артем, это уже лучше на стриме по Overwatch меня спрашивать, а так Турбосвин. Ну, сейчас мы играем Mass Effect. Ну, потому что игра нормальная. Погнали на квест. Потому что у нас комьюнити нормальная. Biodiversity and the waterfalls. Just like Sir Cash. Давайте с вашей любимой Суви поболтаем. И, кстати, почтовый терминал. Давайте. Так, давайте-ка это глянем. Что-то я пропустил. Райдер от Пиби. Благодаря тому устройству с данными реликтов из хранилища на S мне осталось найти только один конкретный фрагмент рел-теха, чтобы закончить проект. Сканер показывает, что такой есть в Элде. Займемся, если будет возможность. Подтверждаем. Можешь дать интервью? Так, хочешь сказать об этом на камеру? Да, хорошо, дам тебе интервью. Именно интервью. Так, здравствуйте, Райдер. Простите за вторжение доктора Эридана, да? У меня есть проблема, которую, как я думаю, вы легко решите вместе с Сэмом. Она может помочь моему исследованию скверна. Мы можем обсудить это лично в лабораториях Nexus. Привет вам и Сэму. Хорошо. Без проблем. Все. Прочитали. Давайте Суи потрещим. Сложность нормальная. Ультракачество. Scans of the Scourge. All that dark energy twisting and turning on itself. It's splendid. I suppose it is a rather darkly beautiful phenomenon. Darkly beautiful. I like that. Helios is incredible, isn't it? Not just constructs like the Scourge and the Remnant Vaults. Just all of it. So alien. A constant reminder of the divine intelligence behind all creation. There's something about coming face to face with something wondrous that makes you want to believe. Wow. It's wonderful to meet someone who understands. I've had to justify myself so often. As if having faith in the divine invalidated my work as a scientist. As if this sacred could be diminished by the search for truth. Не, я сначала прочитал, я знал, который я не читал.
It's good to have different voices on my team. I like that. Excellent. Oh, speaking of the team, I should update the folks back in the Nexus with the latest reports. We'll talk later. Ну что, закадрим её в следующий раз? Стоит ли брать игру, если любишь космо оперы? Да, бери. Она, в принципе, хорошая, нормальная игрушка, мне нравится. Если не любишь, то игра не для тебя. Тут уже дело лично вкуса. Так, где у нас место посадки? Зона высадки. Айя, погнали. Хочешь покинуть бурю? Да. Снапчик, только завтра. Либо через VPN раньше. Такое ощущение, что мы на ту же планету прилетели. Да твою... Я вернулся, короче, к ним. А, я дебил. Типа я улетел, поболтал в космосе и решил сесть. Так, а ну-ка опять. На бурю, да, да, я не ту планету выбрал. Пропускайся, заставка. Дайте так, прилетел, вернулся, улетел. Я оперативный. Павел, ощущения по игре ты у меня спрашиваешь или про что? Так, все, сейчас не лажаем с планетой. Pathfinder, are we going to Vold or Havarl? Так, ладно. Где аномалия? Что там? О, пойдемте сейчас возьмем эту хрень. Жалко, мы корабль здесь не видим. Вот реально жалко, корабля нет. Так, что у тебя есть? Дай-ка мне свои ресурсы. Бериллий. Окей. Все, валим отсюда. Ладно, не буду спойлеры смотреть. Удачного стрима. Спасибо большое. Те, кто новенький, подписывайтесь, кому нравится. Всем рад. Так, значит, нам надо выбрать. Либо мы идем на... А куда нам? Абайра. Блин, а куда нам надо? А, вот куда нам надо. Луч надежды. А, так, стоп, погодите, что-то я запутался уже. Еще раз. Какие у нас квесты? Помощь ученым Хаварл. Отправьтесь на Хаварл. Окей, луч надежды. Это посетите Хаварл или Ваелда. Встреча с сопротивлением. Отправляйтесь на Ваелда. Ну, давайте ученым. Хорошо, где эти Хаварл? Где этот Хаварл? Хаварл, покажись мне. А, он вот здесь? Да, блин, далеко лететь. А Ваелд это... Это где? Джерайра. Хаварл. Ну, давайте сюда. Слайлерус, да, по идее, есть, конечно. О, красиво. Где? И что ж тут у нас? Комета, рассветная звезда. Что это? Давайте-ка глянем. Как в игре спор, Артём, еще раз перефразирую, не совсем тебя понял. Павел, зачем я летел на камень посмотреть? Потому что только подлетев к камню, к астероиду, ты можешь получить ресурсы, которые на нем находятся. Вот сейчас с этого мы получим залежи платины. Все, и улетаем. Так, теперь летим сюда. Вот такие вот здесь перелетики. Жух.
такое ощущение, что она какая-то снежная планета. Хотя отсюда она как-то на Землю похожа, да? Помощь поиски прошлого. Так, в зону высадки Хаварл, нам сюда. Погнали. Так, давайте снаряжение выберем. Открывается выносливостью в бою 3, дополнительная кобура. Кстати, вот это бы открыть надо бы. Так, давайте посмотрим, что у меня новое из оружия есть. У меня есть... так, это не то. Пистолет нет, снайперские винтовки, дробовики. О, дробашек. Давайте дробаш возьмем. И еще в него поставим всякие дополнения. Дробовик, боекомплект. Пробивной урон, пробивная дальность. Ближний бой. Дробовик, урон. Так, я возьму вот это и... вот это. Кстати, у меня какой-то новый клинок появился. Криокулак реликтов. Опаньки. Че, оденем криокулак? Давайте оденем. Посмотрим, как это все выглядит. Прикольненько, кстати. Так, здесь у меня ничего нового, да? Так, хотя стоп, надо посмотреть ствол. У меня тут вроде что-то новое появилось. 30. О, оно помощнее, хотя скорость помедленнее. Макс, магазин поменьше. Точность похуже. Циклон. Давайте побегаем с Залкиным, попробуем, что это такое хотя бы. Так, что мы ему дадим? Винтовка, пробивной урон. Стабильность, точность, не то, все, вот так оставим. А, хотя что, я же не поставил. Мод используется Мстители. Так, еще это заберем. Вот так вот. Мы, короче, взяли все такое необычное оружие, поменяли. Попробуем хотя бы так, как это все выглядит. Так, по броне, что у меня тут? Шлем и интегратор кетов. Что это такое? Боевые умения. Плюс 3, урон оружия. Ну, давайте в этом странном шлеме сходим. Блин, я такой страшный. Я похож на муху какую-то, блин. Броня инициативы. Нет, ну нафиг. Ничего интересного. Так, комбо... мод щитов. Не, я не хочу в таком... броня щитов. Как я выгляжу вообще? Не, знаете, я шлем поменяю. Что-то он мне как-то не очень нравится. Лучше вот так. Спасибо за подписку большое всем. It used to be an Angaran town. There'll be landing pads and good sightlines for a safe approach. Anomaly on the sensors. Something big, possibly hostile, taking evasive action. Wait, I don't think his... Whoa, круто. Ого. Well, that's something you don't see back home. Bringing us in. Понятно, Виталий. Спасибо, Артем, что я рад, что тебе нравится. Это не бабочки явно. Как-то здесь все фиолетово, насколько я заметил. Или это просто ночь, или это вот эта луна так отражается. Так, давайте посмотрим, как это работает. Ага, понятно. Это как? Так. А, это у нас что как дробовик. Нормуль, сойдет. Так, хорошо. И куда нам? Народ, куда идти? Так, корабль наш здесь. Это что такое? Он меня пугает. Он убежал, ладно, фиг с ним. Так, давайте посмотрим по карте. Тут какие-то крики, жуткие вопли, капец. О, ребят, это город. И тут здание. Прикольно.
Ладно, погнали.